Да, пиздец пошел. А вам нормально? Я до этого, знаешь, почему у меня не записывалось? Я забыл микрофон включить. У меня микрофон был выключен в Alt-Z. Но сейчас... Нет, это уже давно уже. Даже... Тот раз, когда мы снимали домашнее, вот тогда не записывалось. Домашнее, что мы снимали? Забыл? Забыл? А вот что-то интересно сейчас будет, испытание 2. Мне кажется, кто-то быстрее, если будет, то на этих газовиках собьет маленьких. Присутствует. Представь тут боты, которые сбивают. А охуенно было бы. Не, они, наверное, не двигаются. Типа сделать звезды и полицейские, чтобы были на этих тачках. Двигаешься в гонке, ты сейф. Ага. Please marry me. I will. Can you wait for me? Также позорно, как и не чёрт. Я никогда не стану полиботом, вроде. А. Второе место тоже какой-то часть пыли хватает. Кто-кто? Ну, как бы да. Мне из-за тебя награду дали даже. Где ты за, блядь, даунт? Чтоб тебя... Не работает, не работает. Что там происходит? Вот ты что сейчас делаешь? Я пытаюсь зайти с ней. Пытаешься? Что у тебя происходит? А зачем она? Если у тебя забанен Rockstar, то ты работу не исправишь. Да. Я до этого работал с работой. Ну не всегда это. Ай, бля, как всегда, да. Я пришлю тогда пока. Типа вряд ли. Ну мы успеем зайти, пока ты это делаешь. Ну, вы успеете сыграть несколько карток, пока я в доте. И после дота, конечно же, все исправится. Нет. Я запускаю. Даун. Конечно. Бля, даун. Знаешь, что заработало? Я не знаю, сейчас у меня заходит на сайт Rockstar. Сейчас у меня заходит. Ну, все, заходи в игру. Как это работает? Я на Microsoft Edge могу, знаете, заходить на Rockstar, на Social Cloud, знаете? Да, в ПЖС такое даже, в ПЖС тоже такое было, да. Не знаю. Как это хуйня работает? Понятия не имею. Ой, бля, что это такое? Это бамбушка. Называется бамбушка, кажется. А я не успел нажать, жалко. Гонщик ветеран награду мне дали. Мои поздравления. Гонщик ветеран. Идеально, идеально летим, о, идеально. Прям чистенько, чистенько, чистенько летим. Полиглотов пока нет. Сейчас все встанут на привычные свои позиции. Стоит и Саев на последнее. Ага. Ну про что Саев, да. Первенство занимает. Я не пользуюсь VPN-ом. Скай. Ал, я не пользуюсь VPN-ом. У меня нет VPN-а. Я не знаю, WinSky же работал. Если уже не работает, то как бы. Каким? Месячная? Ну, да, подожди. Алло, это что такое? Тварь. Если здесь есть? Ты что за гонка, ва? Это что за гонка, ва? Алло,
крутит здесь. Как пизда. Я просто упал, я там не летел, не ехал, ничего. Ну я боялся, да. Вы же понимаете, что кого-то пора взрывать, а то... Грузовик? Вот, настал момент! Вы чё, как вы друг друга есть? Суки! Тварь, ава! Сейчас первый, я поинтересовался. Ну вот видишь, ты как сучка играешь. Well, these children are born in places that are so poverty stricken, it's sad. We bring them to America so they can have a chance at a better life. Do any of them steal? What do you mean? You know, just wondering, that's all. Ваша кофе умер. Ты писал, как я умер. Ненавижу я эти мотоциклы. Это самый легкий, типа, считается самый читерный транспорт в игре. Ну-ка, один даун. Оправдывается каждый свой полиглот. Да, тем, что он не берет эти данные мотики. Кто первый? Эльман! А Эльман? Иди сюда, ну-ка. Иди сюда, ну-ка. Это что, новый персонаж? Сюда, псих. Кого? На кого батон крошишь? Ай, блядь. Здесь нет смысла. Может, я замедлил? А мотоцикл не подчиняется закону физики в этой трубе. Подчиняется. Хо-о-о! Нет, ты же понимаешь. Братай пулю, рот. Да. Тут там, алло! Ваша! Yeah.
были глотатые, да, ладно, никак. Сука, чуть-чуть, Алла, чуть-чуть. Если бы у меня уебан этот сзади, блядь, не толкнул бы, даун. Были глотаторы. Какой нахрена сей. Алла, ты охуеть как, Алла. Алла, пиздец. Эльман застрял из смеха. Выиграл на наставках 1500 долларов. Я специально отъехал, чтобы ты в грузовик влетел. Да, ну, я видел, конечно. Охуенно, да. А он чисто и красиво проехал, никого я не задел. Давайте кольцо. Или эволюцию. А то, что ты меня пытался с неписью заебать. Я никого ничего не делал. Я видел, как ты отъехал резко, я сразу запалил, что там грузовик едет. Я был красивый в первом круге, а он всех перевернул, да просто. Твой. Да, Исай первый пошел. Просто урод, да, просто урод. Ну следующий матч это форум. Что так делает, да? Заходил за. В самом конце, да просто. Урод, да. Я сегодня никогда полиглотом не буду. Не, это серьезно. Что это время что делал? А. Блять, даун! А запускай. Ну, конечно, 15 минут. Мы знаем такие гонки. Запускайте. Ну, если я закончу дальше вас. Уродец, да, просто бодибагер. Чисто уродец. Она красивая, столько не было. Олег, жалуются друг другу, да, конкретно. 3D качество. А вот просто урод, да. Нормально первенство занимают. Тут вот Hermesis. А какой самый лучший? Чита? Не знаю. Я взял Италию. Настя, конечно, вопросы. Уродец. Но это было красиво. Уродец, да. Просто как я не учил? Зачем я так близко подъехал? Алладнеса, ты знаешь, как ты отлетел? Ты так отлетел, что без надежды. Да просто всем даешь свое место. Я отлетел наверх, типа... Да, я видел. Я не въехал в туннель. Чисто уродец, да. Меня тоже толкнул. Я бы тоже мог бы второе или первое место занять. С тобой толкнул бы, но он меня успел толкнуть. Весь в круге я был первый. И вот я понимал, что когда будут грузовики, будет какая-то жопа. А здесь не нужно быть постоянно первым. Здесь наоборот выгоднее чуть-чуть. Здесь выгоднее быть вторым. Третьим, вторым зад. О, ребята, как первым. О, нет! Разворачивать. Здесь все выгоднее и веселее разворачивать. Я не вижу смысла в чистой гонке теперь. Все, я не висаю, так что те жопа. Все, я реально потерял смысл в чистой гонке. Ну да, да, Иван. Никакого смысла. Хер, если ты не ставишь гонку, которая невидимость, то это нечестно всегда. Ну как бы да. Ну да. Ну как бы в то же время я вроде как постоянно первый раз занимал, будучи честным гонщиком. Но теперь, ха-ха, времена изменились. Он подбивает всех, говорит, что это пинг, и называет себя честным гонщиком. Да. Ладно, пошел отсюда. Пошел. Ауро, ты же себя так хуже делаешь, тупо. Ты должен толкать красиво, а не так плохо. Это твое поведение. Он просто сзади подъезжает, и все. Не, я его развернул. Он конкретно плохо сделал. Да. Глотай пыль, вроде. Я это запомнил. Глотай пыль. Куда мы здесь летим? Вперед летишь. Надо мне ничего не дали, только все вперед. А, найс. Все, ладно, я последнее место, я не прилетел. Не хватил скорости. Как не хватил скорости? Ой, это комета? Я шел. Сколько здесь кругов? Два.
Мне 3 слишком много для трансформа, я это все же понял. Я не успею. Было бы 3, я бы успел, но я так точно не успею. Я очень, очень долго там тупил. Там просто прилететь надо, ты че? Тебе, ну, влететь. Я знаю, но мне скорости не хватило. Ты меня толкнул, я решил не перерождаться, я думал, мне скорости не хватило. Ты меня в жопу толкнул, во-первых, уродец. Это был ты. Это был ты. Нет. Ты меня сначала толкнул, ты начал это. Блин, ты что делаешь? Ты еще первый! Еще и первый! А он не зад-то видел! Что он сделал? Зад-то видел! Не спускал наушники и продолжил работать. Ты на этого урода посмотри, дала. Снова он такой фигней страдает. Хотя бы не без шансов, да? Ты человеку шансы нравились. Эльван, ты обо мне подумай, мне от вас какая разница, посмотри. 24 секунды. Ну все, шансов на победу. Не, ребят, тебе конкретно жопа. Что ты хочешь, Алла? Такое поведение непозволительно, все. А мне будет багги зима. Сейчас будете все мою пыль глотать. Алла, спасибо, бодибаги. Ты меня под конкретно спасибо за воздушный пакетик. Бодибаги, он еще и меня столкнул. Уродец, да. Я и бодибаги столкнул? Я и тебя столкнул, ничего. Нет, я сам уехал в нулину. Там тут странная эта дорога. Непонятная. Он чуть не развернулся, и тем не менее на первом месте дал. Алла, тут могли бы столкнуться, если... Ты куда уехал? Бодибаги, может, я тебе пропущу, мне слепстрим подаришь? Ой, я тебя отзываю, Алла. Знай, кто здесь папочка, понял? А он уверен слишком далеко. А вот все, весь слепстрим сейчас уйдет, Алла. Все, Алла, просто весь слепстрим сейчас схавает. Ну хотя бы подтолкнул, спасибо. Я здесь. Я вижу, что ты здесь. Какая ужасная машина, Алла, она не поворачивает. Надо было по стеночке. Вот. Эван, это был толчок убийца. Это был толчок убийца. В жопу влез. Я тебе покажу потом. Ты просто влетел мне в задницу. Я знаю, там ускорение было. Там ускорение было. Это смерть. Спасибо. Вот это было ускорение. Алла, где мой кетчуп? Я не понимаю, какая между нами разница? 10 минут? Кетчуп закончился. Ой, да. Серьезно. Прощай, первенство, прощай. Давай, до свидания. Нет! Он еще врезался. Он еще врезался, все, давай. Полиглот, давай. Прирожденный полиглот. Алло, все, нельзя, давай. Просто перерожденный. Перерожденный полиглот. Хорош. Просто я обосрался. Успел заехать, я уродец. Конечно успел, все рассчитано, все просчитано. Сейчас я тебя рассчитаю, блять. Льготам шанса не даем. Сейчас я тебя рассчитаю, даун. Рассчитай 4 секунды свои. Отрыв свой, урод. Иди. Посмотри сюда, назад. 2, 3, 4. Что-то тебя не отрывает. Какой меня отрыв? Глотаешь пыль. Пыль тебя замедляет, ты глотаешь пыль. Увеличивает вес. Понимаешь? Сейчас я увеличу, блять. Ой, да, какой урод. Я прилетел. Я вылетел. Лошара! А, все, да, я какой? Нича, давай, просто делаем. Эльман, наконец-то, ты рядом. А это никак, там бусты никак не используются. Эльман, ты Слайв догнал? Полиглот. Слайв догнал! Полиглот! Полиглот, ой, да. Арбуста никак не использовал. Второй раз четвертое место. Второй раз четвертое место. А как там бусты использовать? Они же это... Да, там надо специально поймать тайминг, буснуться и вниз. Ой, да. Не, Сайф, я тебя догоню. Ты слышишь? Ай, бля. Я не позволю так унизиться. Миллион. Удачи. Я тебе не позволю. Сэв, я очень близко. Я не хочу быть с полиглотом, я очень не хочу быть с полиглотом, я поэтому... Я не хочу, чего ты не хочешь. Блять, вы меня догоните. Ты видишь меня, Сэв?
ты видишь меня? Ниджат, едь, блять, вперед, Ниджат, едь! А как? Я плохо присел. А на стороне новый полиглот. А я плохо прилетел, на елки. Ну на секунду я был. Нет, я не смог его столкнуть. Нет. Еще один полиглот. А это я не полиглот. Полиглот это ты, блядь. И сами вот полиглот. Полиглот, а ему даже шанс дали, все равно обогнали. Саны, я остановился специально. Один раз меня толкнули. Надо было чуть-чуть дальше удавиться, и ну, ты чтоб да. Вот полетел чисто. А если бы я не пытался буст взять, что за бред? Давайте кольца. Не, давайте кольца. Кольца было? Да. А, тогда тоже ты был, да? А вот если бы не бусты, да, спокойно ехал бы, да, я себе. Я думал, там можно будет. А я взял специально буст. И поехал. Там только один буст можно взять. Да, по сути, да. Давай не зайдет этот день. Айза. Он не здесь. Тогда продолжим. И он даже не в онлайне, да? Не, он онлайн, но он даст покушать. Если он онлайн, не в GTA. Не в GTA, он не в офлайне в GTA, он будет с GTA уже покушать. А. Вроде взяло. Вашары, давай. Я даже специально остановился. Я специально остановился, чтобы... Ну, и специально занял последнее место. Ну, нет. Нет, на самом настоящем бегут сейвы, это всё. Это не спорить. А, да как я плохо там взлетел, эй. Мой настоящий. Я не понимаю, как меня так могло выкинуть. Я же нормально взлетел. Почему меня кинуло в год? К центру земли тебя тянет. Это что такое? А, самое. Я уничтожу эту бомбу. Ой, да, записывайте, алло, записывайте. Сейчас уродец, еще... да, просто уродец. Я не буду тебя обменять, я буду с тобой стрим хавать. А вот ряд выстал 19-ю ошибку. Как только вкусил стрим, сразу обогнал. Но так делать не надо. Оло! Толкается... безуспешно. Из этой гонки. Все, вот так надо. Вот так. Что? У меня как с бодибаггером, я взлетел на колесе, оттолкнулся. Ой, да, а это ботик? Да, блин. Сайф, ты опять полиглотишь? Нет, это моя тактика с кетчупом. Чё, как-то она тебе не помогает. А я сейчас уроды на блоках дам, победил. Ой, да нужно залететь. Я с рядом в одной трубе не залечу. Я с рядом в одной трубе не буду. Я с тобой в одной трубе. Планы. Да, я вижу. Уродец дала, просто уродец. Если не залетишь рядом в одну трубу, то ряд залетит в твою трубу. Ну я покажу ряду, что такое трубы. Сейчас ряд узнает. Сейчас ряд узнает. Давай, ряд, пролети вперед, прошу тебя. Окажи услугу. Я познакомлю тебя с своим другом, трубочистом. Трубочист. Я могу познакомить вас со своим знакомым с универа. Хороший пылесос. А, я не взял чекпоинт! Застрял. Алло! А я тоже не взял, почему не взял? Что за бред, взял? Полиглот ты давал. Что нам сказать? А у меня его не отображался? Да. А вот самом начале вы чекпоинт не взяли, вы просто залетели в это. Нееее, там в конце почему-то чекпоинт не располнился. Его точно не было. Да, его не было. У меня был чекпоинт, я все взял.
А во все, Нидзя, давай. Отлично. Нидзя, мы должны это сделать. Ну, я на вертолетах не могу. Секунд. А, нет, вертолеты сложно. Я на мотоцике уже. Я знаю, я тоже на мотоцике. А, ты тоже на мотоцике? Я за тобой, прям. Приклот еще на вертолете. Да. А невозможно же на этом вертолете. Что вы, как это не пользуетесь? Приклот, видимо, как. Кстати, тебе человек на геймпаде охренеет. Настоящий полигон. Так говоришь, на геймпаде вообще легче было. На геймпаде летучими штуками невозможно управлять. Мне сложно. Точнее, не на геймпаде, а на мышке. Я мышкой управляю. Геймпад вообще. Ой, да. Сайф, ты слышишь это? Сайф, ты слышишь? Ай, ман, я тебя целью выберу. Да ладно, приглот угрожает, алла, снимайте. А у них еще нонсенс, блять. Мне не нравится хечи, все я отвечаю. Ваш отрыв невероятно быстро уменьшается. Секунд, 5 секунд отрыва. Без кетчупа было бы уже 40. Конкретно, да кетчуп мою жизнь портит, не дает мне жизни. А тебе ничем не помогает, да, ты хочешь сказать? Ну, мне не нужна помощь кетчупа. Хо! Фу! Пайкал в двух гонках подряд, а лаговый дым. И занимает третье, второе место. За второе из-за того, что я, блядь. Ну а что это было, да, это уроды. Нидзят, нидзят, на этом тоже можно делать так. Истинный полилот я во второй гонке. Урод, да, чистый урод. Нидзя, давай, 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 подстаиваемся. Слушай, я не понял. Тут я под тебя подстаиваюсь, тут тоже можно этим делать. Не слушаю его, не слушаю его. Он хочет тебя скинуть. Да, делай, что хочешь, ребят. Ну, я еду за тобой, просто кроме ты, блядь... Кроме взрыва. Ага, может быть, я его взорву. Если отрыв будет с чем-то сыпать. Я лечу над вами, кто-то может меня взорвать сейчас. Если очень сильно ему это захочется. Исаев, например, ой, да, Исаев, если ты это сделаешь, я тебя уничтожу, урод. Исаев будет давай. Просто гений, да. Но у меня турбе. Цель на этой... На эту игру я уже поставил, я тоже еду. Не, все, ты в трубе. Я над трубой. Все, я в безопасности. Но отрыв слишком быстро уменьшается, уже 21 секунда. Что-то кетчуп к вам завезли откуда-то. Не нравится мне этот кетчуп. А уже 20 секунд, алло, вы чё? Я еще не могу ниндзя-то это огнать, я не знаю. У вас 2 секунды. Тем не менее, пугает это. Будет забавно, если я сейчас чекпоинт не возьму, о котором вы говорили. Я уже специально от первого лица, Что за кетчуп была? 12 секунд отрыв. А! Нельзя, так нельзя, да. Вот что я сделал? Я не могу залезть в чекпоинт, ты сам взлетел меня. А там не надо на S нажимать, даун. Я не могу, дала, блядь. А, да, там на S надо. О, на S не надо там нажимать, просто вперед делаешь вертолет и все. Так, дала. На клаву мышь невозможно управлять. А ты мышку управляешь, ты даун? А чем мне управлять? Чем? Нам лок 5? Нет же нам лока. Ну? Ну, а, ну, вертолет зачем? LS, эти кнопки. То, что я сделал, это очень да, много. Это... Да, типа, нет смысла этого не делать. Это очень много. Даже на P это пау... этот стоит, пауза, стоит. Которую никто не юзает. Я не могу на вертолете лисетку, короче, все. Я не могу. Сделай к следующей гонке, это что ряд говорит. Да. Не, я встал, я уже не буду, все. Это бодиблогер тут. Не сейчас, типа... Ну вы выиграли прекрасный шанс меня взорвать. Хотя вертолет слишком медленный.
Ой. Меня полиглот. Полиглот. Рот, я встал, я не двигался. Полиглот. Я видел, ты просто врезался, увидел, что я тебя догоняю, и я встал. Ой, это полиглот наглее этого. Вы это слышите? Видите, два раза, просто накормил его порошком пилевым. Просто, да, он сейчас еле-еле смог выплюнуть, чтобы сказать это слово полиглот. Позор, ала, позор. И там ты солдат нам луком на компе. Херачит туда-сюда. Еще мама мне что-то говорит, когда я, блин, мышкой управляю. Сам купил за 3600. Где есть уменьшенная клавиатура. Уменьшенная. А вот это ты уже, я не знаю, о чем говоришь, но ты что-то меня не догоняешь. Отрыв 12 секунд резко стал отрывом в 30 секунд. А там вертолет, блядь, меня нечетко подорвал. Ну не специально, конечно, но... Кто знает. Не, ну поставь. Следующий гонки, опять же. Эту фигню. МП. Точка запятая. Я вижу кого-то на вертолете. Мне это не нравится, да, ладно. Мне это вообще не нравится. Я на полу на вертолете идёт к тебе. Ладно, он на ТКШП. Это не идёт. Ой, для него была бы такая возможность не взорвать. Просто прекрасно. Полиглотанский полиглот, обычно, что сказать. Ну, приятно поздравляю. Жалкий трус сдался. Увидел, что потерял первенство и сдался. Сдулся, как песок. Я-то здесь, ты позволяешь ему говорить такие вещи, рассказывания. Ты позволяешь полиглоту так выражаться. Ты чё? Полиглот выражается, да, я два раза его трахнул в конце из-за того, что у меня навыка нет. Просто отдал, да, чтобы... Он два раза глотал пыль. Ну вот что, пусть, да, порадуем, Дозика. Пусть он тоже кого-то полиглотом дает. Мистер, не умею ездить на вертолете. Ой, ты ты ждал порции пыли, от меня, я тебя обогнал, ты поел пыли и все, и сидит довольный. Что себе позволяет, слушайте это. Сана. Все еще пыль глотает, дай сэр. Ничего-то ладно. У него фальш, так что он не считается. Эта гонка не считается, короче. Для него нет. А для тебя, Исаев... 47 секунд. 47 секунд. Все, Исаев. Полиглот. Успеет ли еще 30 секунд финишировать? Я думаю, что нет. Ты еще не догнал, что ли? Я не пойму. Там масса... А он... Не, он не успеет. НФ Варшава. Ой, да. Полиглот, да. Самый настоящий полиглот. Прирожденный. А, кстати, я выиграл на ставках. Я тогда выйду сейчас, чтобы Ниджат настроил кнопки. Я запустил. Не, уже все, давайте я пойду. Лёгше, да. И чё, ещё только-только начинается вечер. Алам мало, и нас что-то не идёт. Ну, мы можем пойти заняться чем-нибудь другим. Например, Кэрис. Нас как бы четверо. Алла, Исаев опять доставит на себя. Убежденно. Пробовать деньги, Алла, какой позор. Полиглот ставит на себя, Алла, сенсация. Да, свободно. Если мы остаемся в GTA, то я вообще запущу что-то другое. Если нет, то выйдем. Мне на минут 15 надо отойти просто. Хорошо, ты... Я буду в GTA все еще. Сейчас сидеть. Опять ты, блядь, начал задотское лето. Я просто, ну, смысл выходить на 15 минут, это все. А! Да. Ой, да чувак, жарко. А что? Говорят, если в онлайн, если в GTA останешься, я могу себе купить новую тачечку.
Посуду помыл? Нихуя себе, блядь. Удивительное явление, ого. А мне нихуй делать. Что мне оставить? Я все устраивал, в принципе. Главное, чтобы пыль глотал ничего. Ну, не знаю, что значит пыли. Ладно, на. Ну, а я в сессии с ниндзятом. Я не знаю. Кого в сессии больше нету? Аниме смотреть, читать мангу, смотреть YouTube, смотреть инсту. Если знаешь свой пароль и все такое. А я зашел в гонки потом... с 3 миллионами, вышел с 2,999. Там я можно же, WhatsApp я сделать, я не знаю. Я хочу дал так много. Хуйня. А. Я делаю... Я, короче, один в сессии буду. Надо в сессии делать. А к тебе присоединиться, да? Потом. Ну, если хочешь. Я присоединюсь. Но я буду кататься. Что делаем? Я буду кататься на новой машине. Просто кататься? Да. Тупо кататься. Цель, а что закрыли гонки? Час. Мы ниндзя-то отошел. Ниндзя-то отошел. Пока к нам в сессию. Пока не заходи, пока... Да, пока не заходи. Все, теперь заходи ко мне. Заходи. Иди ко мне в сессию. Да. Нужно будет... Сделать сетап, к приходу не идет, да? На агроль не пойдем. Сетап, да, нужно сделать. L... L... На LP... А, и это тоже, да. Но я имею в виду, как ограбление. А, точка, запятая и точка. Точно, да, что? Это умно. А, знаете, там P это пауза, да, которую, блядь, паузу ты используешь. Escape все как бы жмут. Escape, блядь. Эл, не знаю, что было. А на эти две кнопки есть еще числа. Погоня. Можно погоню запустить, кстати говоря, втроем. Гонки погоня. Погоня. А разные режимы можно запустить. По сути. Ну, погоня это тема. Погоня это интересно. Ну, погоня, я знаю, мы делали один раз, помнишь? Да, мы делали на мини-купе, да, это тема, реальная тема. Типа, это прикол. Просто это еще ежедневное задание. Ой, да. Чисто 106к я вас сделал. Ну, я могу сейчас сделать... Офигеть. 400к могу сейчас сделать. Помочь? Только пригласи, да, блядь? А, сейчас. Если надо помочь. Если хочешь. Сэвич тоже может, кстати говоря, помочь. Если Сэвич тебе делать нечего. А ладно, и Сэвич. Хуйня с тобой будет. Продукция, нихуя себе у тебя продукция. Ну, сам не разрабатываешь? Ах ты тварь. На тюнинг у меня денег не хватит, конечно. Да, на тюнинг не хватит. Мне выходить? Да. Этот фистер красный стал с тех пор. Да. Я сяду. Интересно прочувствовать снова вкус фистера. Я, наверное, Богдан сделаю и потом... Сегодня? Не, не сегодня. Ну, когда-то, да. Помочь. Куплю... Что куплю? Не знаю. Короче, еще одну. А, увидите, что я куплю. Я хочу зонтовну купить, но еще этот хочу. Как его там? То, что есть в базе, это вертолёт... Как это называется? Самолет ебаный. Истребитель, что ли? Нет, это не... А, не ангар? Да. Базарт? Да, ангар. У тебя нет ангара разве? Ты же купила. Есть. На этом. Военной базе. Ну вот истребитель, эта тема. Просто 6 миллионов. Там несколько Богданов. А вот там 6 Богданов, да? Чисто. За 6 не забанят Богданов? Надо просто с перерывом их делать тогда. Да, с перерывом 2-3 часа.
Ну, пизда красиво просто смотрится, но все же управляемость у дрисплика получше. Но он красивее в целом. В принципе, он не очень хорошо поворачивает. Но я его матово красным сделал. Хотел да, бежевого. Но он был зеленый. Зеленый красиво смотрелся, но типа этой машине нужно что-то поинтереснее. Да. Почему 3? Слишком много товара, видимо. Но не страшно, мы успеем 3 сделать. База вот это? Да. Без города. Ну да, 3 все равно успеем. Ну, 3 я возьму. Я долечу на вертолете. Главное не взорваться прямо здесь. Наконец-то да, я суперкар куплю. Жесть, сколько времени на комете езжу зад. Что за суперкар? А, ну я, ты увидишь. Ну типа вряд ли его, мало кто знает, типа его в выборе гонок, гонка почему-то нет. Иногда он только есть. Но очень редко. Но он если тебе сильный. Название о чем-то говорит, то это бенефактор триггер. Но классно. Че, он самый быстрый так? По-моему, не самый быстрый, но в гонках, по-моему, типа он показывает самый результат. Типа, ну, управляемость, торможение, все это случится. А, кстати, надо купить и такую машину, чтобы когда можно было выбирать свою и тачку. Кастомки, да. Ну, просто тогда у всех должны быть и левелы, и деньги. Ну, то есть, ну, не именно так, эту тачку, но, типа, чтобы у каждого была... Чтобы у каждого была своя кастомная машина в классе. Типа, какая-то складе спорт, чтобы мы ее выбирали. Чисто да, на да, да. То, что нравится ему. Спорт, спорт-классе, не во всех классах. Просто в GTA деньги сложно зарабатывать, типа, еще нужен левел. Здесь? Да, я здесь. Не, Исаев, я его кикну просто, а еще я могу его убить сейчас. Это я делать не буду. Да. Ты когда берешь истребитель из базы, все равно полиция бывает. Да. Там же это нелегально, типа ты зашел на базу, да. Где у тебя зашел ангар, и ты, блядь, берешь истребитель. Да, ну логично. Кипнулся. Ай, блядь, не кипнул. Да не кипнула? Нет. Я могу тебя подобрать на вертолете, чуть позже. А вы чем занимаетесь? Продаем кое-что. Поздравляю. Бизнес. Мне тоже налей. Бизнес. Это. Ай, блядь, я не туда еду. Ничего страшного. И за это сколько денег? 1400 где-то. 1400? Может, 1400, может, наверное. Может, 1000? Может, больше, может, а меньше. А ты что, миллион потратил? Делайте его. Ой, да. Нет, не говорю, нет. Ничего, да, что он 15 минут. Свободная сессия. Просто в сессии сидим. Да, мы в сессии. Ну ты заходи, пока пока ничего нет. Он обрадуется ну, количеству. Я выйду, ща. А, это ты в доте. Я хочу, да. То есть ты же не хочешь запросить её? Мне грустно от того, что ты в доте каждый. Да? Мне также грустно то, что ты в доте каждый день, как было однажды грустно то, что ты в КС каждый день был. Ну, грустно должно быть от того, что мне не заходит в этот банный GTA. VPN неужели не работает? Нет, VPN. Типа... Я 3 VPN уже скачал, VPN нам на сайт заходит, но сам Rockstar не открывается. Окей, без VPN сейчас... Без VPN открывается сейчас сайт. Диана, а ты в Инскрипт включаешь именно? А в Инскрипт там подписка закончится. Типа месяц закончится. Количество интернета. Короче, да, он не может Инскрипт открыть. Инскрипт недоступен. Может зарегаться заново, да? Если надо. Спасибо. А. Тоже действительно. Ты уже едешь обратно? Да.
Зовем тебя подобрать. Понял. Ты обратно будешь только ехать, даун. Ну, он по пути. Почти. Режем сырят. Ты много отбираешь меня? Я сейчас еду. Я не вижу. Он далеко. Ну, берез далеко, но горизонт чист. Что? Чист? Горизонт? Он будет запачкан твоей кровью. Опа. Кажется, ты меня видишь. Что? Ты меня видишь. Так, а кто быстрее будет? Ты или я? Ты что творишь, урод? Он взрывается? Ну, он пытался меня взрывать. Ладно, я не успел раскрыть парашют. Урод, да. Ты не знаешь, с кем ты связался. Спроси у ряда, может он тебе даст. Я могу тебе 30-минутное видео кинуть. А, у него машинка не взорвется. Ничего себе. Успел. Не, сейф, это как бы... Ты нарвался на монстра, сейф. Это... Это тварь, которая переносит скиллы с КС. Урод. Да-да. Я его даже не вижу. Ты где, Рола? Эльман, а если я не сделаю, а? Не, ну я успею. Сейчас случай, да. Как бы. Можешь не лететь, лучше полети к нам. Спаси Исаева. Ладно, он сейчас меня убьет. Что я не. Он слишком далеко заспаунился. Ага. Ой, да. Че так далеко? Ли супер, ты где? Ой, я тебя почти увидел. Это ты чего стреляешь? У меня такого оружия нет, чтобы... Да, да, ну... Да, такого нет. Ты... Да. Ба, вот я будет. Стою перед третьим вертолетом. Садится у него или нет? Интересно, интересно. Урод, ты где? Прячешься за здание, прячешься просто за этим, да? А, ты снайперки стреляешь? Ты же что, такого нет? Придурок, ты же говоришь, что такого нет, урод. Кстати, обманул, да? Не авик же. А, ну у меня тоже не авик. Нет, ты меня сустрел. Я специально взял автомат, чтобы тебе не было несправедливо. Берет снайпер, подал. МК ты имеешь, или он взял? Не, он взял марк, который максимум. Ага. Полуавтоматический. Но у меня на тоже есть. Я из него как бы тоже стрелял. Я просто в голову попадал. Ты же спрятался за дерево, мало его. Секунду, я приду, секунду. Не видно, дал его еще за дерево. Урод дал. Ряд, ты сел в третий вертолет? Нет. А, все, я лечу. Третью. Я сел, после я не отложу. А, ну я сейчас включу. Кто работает, кто не работает, как эта хуйня работает? Кто работает, кто не работает, как эта хуйня работает, алло, это охуенно. Ты сел, да, сам вертолёт? Алло, да, я отложу хуя. А ты чего в меня стреляешь, слава? Алло, ты что делаешь, урод? Только нету, да, фигня? Это именно... Это очень легко взорвается. Ладно. Но он уже взорван. Почти. Так что я жалеть себя не буду.
подожди, ворот. Опять дом за деревом прячется, ооо. Урод дала. Все, дерьмо, все. Это. А как здесь дезматч нам устроить? Почему он не показывается, как хотел? Поэтому. А вот. Урод дала. Когда вы убьете, то я закажусь тогда или. У меня нет хп, у меня просто нет хп. Ноль хп. Ящ. Угу. Сисаев скоро узнает. Во что он вляпался? Скоро увижу лоха. Скоро убью лоха. Лоха. Какого лоха, урод? Я боюсь за жизнь Сэва. За психическую нагрузку, которую он сейчас испытает. Урод. А почему дезматч нельзя? Я не понимаю. Перемирим. Честно, я не знаю. Почему ты заметил? Я сейчас упаду. О, что? Я попал. Не в голову. Я не в голову попал. Все, урод. Тебе попа. Нет. У меня нет хп просто. У меня чисто нет. Хотя один раз попасть и все. Я убил до тебя. А, что ты не умер? Но я попал. Мы попали друг друга. А, но я не умер. Ой, ты не умер. Мне хп 10 снес, что ли, наверное. 10? Ты почему не умираешь? Я два раза попал. Ты мне чешешь ногти. Урод. Не, серьезно. Ты почему-то не умер до этого. Тебя я попал тебя. Ты чё не умираешь, урод? Я перестал голову падать. Ой, я патроны. Ай да. В смысле, ты чё не умираешь, урод? Ты что принял? Какие таблетки? Урод, что с... А, я ж... А, ты... это железка была. Я ж, да. Урод запрячется, и вот это точно. Такого никто еще не делал, когда с ним. Ты довез, ребят? Mm-hmm. Как ты меня видишь? А у меня не мало осталось до 111. Оно не могло оно там... 700 опыта. Спасибо, дед. 700 опыта, а у меня осталось до 111. Ты твой, бля, 120-й чисто на Богданах, блядь. Из-за того, что я... Никак не сын на Богданах. Почему я тебя не вижу, когда ты видишь меня, ты? Прекрасно. Да, хп заканчивается, это не прикольно. Я знаю, что как делать. Отключить наводку автоматическую, или так нельзя? У тебя наводка еще, ты угораешь? Нет. Ты что, серьезно? Я говорю про базуку. А, никак. А возьми другую. Там две есть. Подожди, дай. Я хочу ряду убить, пока он в вертолете. А, я не могу. В одной организации. А? Ай, да я мог попасть в тебя. Мне сейчас попадешь, сейчас. Сейчас я поеду. Не, я не верю, что я смогу. Ряд, ты пошел за истребителем? У меня нет пуль, которые смогут это сделать. Взрывных? Не, что взрывается истребитель, да, такая вещь тоже есть. Цель, ты в кого стреляешь? Да. Цель, урод прячется, да, он... Как ты меня просто видишь за этой стеной? Я не вижу, да, у меня пулемет в этом прикол. Псих, да. Уродец, да, просто уродец. Я с такой стороны в голову не попаду. Где урод? За машиной полез, урод. Уродец, а вот я сейчас подкрался. А, нет, я случайно для тебя стал. Подожди. Да.
Ты как что? Это? Смотри, вообще покупаешь что-то, а ты на него смотри, давай. Как мне это убрать? Как мне это убрать? А, ой. Зайди в M. Попробуй там. Стой, я даже не как-то это сделал. Я же именно для тебя сделал, подожди, случайно. Как ты это сделал? Я не знал, что такая функция даже есть. Что он сделал? Это после смерти, ты, если нажмешь случайно, я ее вот так будет. Это не временно, разве? А, включить призрака для этого игрока? Да. Да. Прикол, я не знал, что такая функция. Как отключить? Так она новая относится. Подожди. Но ты и меня убить не можешь, получается. Наверное, да, через M. Да, на этом найти не смог. Вы для друг друга призраки. Да. Наверное, грустно. Через M надо. Как-то. Грустная правда. Сейчас. Нет. А вы иди купи да вкусняшек. Хя, тебе 5 монет дают бесплатно. Не могу. Ну ты можешь сесть в мою машину, например? Сможешь? Подожди, я попробую убить самого себя, может сработает. Не, что я заново. Выбыл легкий путь, блядь. Нет. Ты где спамил? А как это случилось? Я не загугли. Ну давай. На карте находится на карте связи. Поставить держать. Подожди, ты кажется, не пас, демона. Садись быстрее. Чисто? А, ты можешь меня убить, но я тебя не могу. Не, уже все, уже можно. Это после смерти, это только на одну жизнь. А, окей. Пять, а я думал, настолько все плохо. Я еще и пригласил в машину его сесть, он меня убил. Урод дал. Проверь, специал, ты увидел. Урод достал. А я очень далеко заспавнился. Просто я не знаю. Концы другого. Я могу тебя подобрать. На Гайре. Подобрал. О, вот, дезмач. Не будет копов, не будет. Вот не без этой, да, штуки? Ой, не с этой, да, штукой? Почему ты снайпер без возвращается, что ты сейчас? Ну, у тебя тоже есть снайпер? Не, у меня ее. Которая с первого раза убивает? Ну, она не с первого раза убивает, я в голову тебя попадаю. Как называется? Как называется? Обычный снайпер. Ладно, забей. Поверю, ладно, кажется, я взял. Не, ну если с этой штукой, то я как бы... То ты тоже можешь с этой штукой. Эта штука у тебя тоже. У нее такой же урон. Уф. Не, я ближний бой, это не мое. Ближний бой, это далеко совсем не мое. А, это я хорошо дал, я думал, ты меня еще не видишь. Но ты где вообще? А? Ты где, урод? Я посадилась, ты видел. Ты где, урод? Уродец спрятался, дал. Чисто уродец дал. Ой-яй-яй, не успел бы. Я не попадаю в голову, все, я разучился. Ала, давай не... Ты сейчас слышно? Да. Нет. Нужна практика. Я разучился попадать в голову. Фу. Да, это было очень быстро. Ты меня видел? Да, я головку чисто увидел сразу быстро. А, все? Пять убить. Все точно. Это зачем тебе это сначала? Иди сюда, урод. Бесплатных нет, то ему нормально. VPN-ов? Cloudflare попробуй, один, напиши Cloudflare 1111. А, эта хуйня не работает. Ладно, да. А телефон зазвонил. Вот. А я ещё... Как не снялся?
Сит VPN, что-то такое, Сит VPN, посмотри. Уродец, уродец, по крышке пробил. А вас спасибо, я бесплатное получаю от вас. С долгуркой. Дробовик уже был в руках. Кстати, я бесплатно получаю от вас. Он бесполезен. Из-за того, что выдавно. Из-за того, что мы этот. Но нам надо объединиться против ряда, если ты же понимаешь. Надо его вообще. Он далеко. Мой истребитель исчез, блять. Это бессмысленно. Просто без звука работает. Эта штука бессмысленна. Я к вам лечу. Сейчас я полечу. У меня есть револьвер, который с первого выстрела в голову убивает, но типа попасть это жесть. Ладно. Нет. Я прицел тут револьверное лицо в рот. Алло, я просто. О, есть. Есть у меня револьвер. Давай на револьвера. Да не револьвер, это типа дигл. Ууу, хорош. А ну я из-за разрешения всру теперь. На револьвере, да. Ну ничего, я готов. Ладно, можно снять. Типа там не-не-не, разрешение получше. Ну, плохо. Да, но я не вижу его голову, мы видим. Я тебя вообще не вижу почти. Ты у меня как... Я попал? Пиксель был. Нет. Ни разу? Ну, мне мало хп, если ты попал, я... Ну. Я к вам лечу, короче. Давай, ну, давай. Не надо слишком далеко от револьверов. Чё-то прячется, я на него смотри, на этого урода. Да я отпал, слушал, без укрытия, да, па? Хотя бы без укрытий. Хорошо. Так как тебе попадает вообще? Пока нет. Мне кажется, что такое стояние слишком тяжело. А Кеми или как он вас? Она даже красным загорелась. Это из Наруто, да? Нет, уж. А он это я не слышу. Не, один раз. Послушай, я отключу добавку. Нет, это слишком трудно. А, нет, ладно. Пипец. На проверили прям трудно. Ну да. Хватаешься, я в тело был. Прилетел я к вам. Кажись. А вот это было очень близко. Попал. Уродец. Уродец. Алло. Вот вы. Алло, я ушел. Я не его, да, все. Я ни разу не попал. Не, в голову трудно. В голову прям очень трудно. Я не стрелял, полежал. Сбила машина, выехали полицейские и просто уехали. Не, в голову слишком трудно. Но ты не прилетел. Ты что не несешь, Алан? Ну, я прилетел, потом увидел и отлетел. Ну, ты должен, тебе надо как бы это вернуться. А почему копы, кстати, не так? Ой, да. Я реально упал? Ой, да. Да. Это было очень быстро. Я сейчас коп убью. Да. Ай, да. Бородец. Спал инкилл, ладно. Не, я ждал. Уф. Я упал. Ты меня тут хп не оставил. Да, ты мне хп не оставил. Просто, я не знаю, плюнь на меня и упал. Уродец. Но. Ряд, лети к нам, урод. Сейчас истребитель возьму. Деньги, да, просто фармит, да, деньги, ладно. Просто фармит. Ты где, я даже не вижу. Я опыт фармит. Деньги тоже. Деньги тоже. Я не знаю, почему. Мне просто такое постоянно пасть невозможно. Слишком далеко. Уверен? Я упал? Не-не. Слишком далеко. Нам надо подходить. Опять дом за деревом, уроди сдала. Куда был сок? В голову прям походу, да? Да. Я думаю, у меня теперь аккаунты заходят. Кто? VPN? Ну типа, значит, забанил. Нет, у меня сайт опять не открывается. Как это путает? Я заебался, о! О, где это? А у меня сейчас задержка это была. Выстрел потом в смысле. Уродец, Алла, я думал, ты внизу.
Я не знаю, за реально. Да. Попробовать другой VPN, если так не работает. А он не с VPN. Вермяси, все да. Попробуй с VPN. Да, да. Как кабана даже все. Я попал? Нет. Попал. Вот сейчас да. Ой, как близко. Ну, все да. Ряд пролетает над нами. Все, я не могу. Но ряда. В теории я могу попасть. Одну ракету ему в дронку кинул. Не, ракеты не надо. Надо со снайпера попасть. Со снайперки? Да. Он не убивает меня. Но ракета, если он знает, как уворачиваться на истребителя, как бы ракета бессмысленна. Я знаю. Уворачиваться не так уж трудно. Там не так уж трудно. А подожди, надо снайперкой. Надо снайперкой. Ого, снайперкой! Ты попал! Я попал. Пошли вова. Надо именно в тебя попасть, надо именно тебя убить. Не в самолет, а именно в тебя. А вот ты попадаешь! Это я сейчас стреляю, не знаю, может мы оба. А вон машины! Блин. А, давайте. По позиции, блядь. А ты летишь просто не той стороны. Я знаю. Кто вообще попадает, ряд? Я не стреляю в него сейчас, потому что я его не вижу. Ряд, я попадаю вообще? Лазер? Нет. Мне кажется, лазер слишком далеко. Наверное, лазер слишком далеко. Вот, кто-то попадает. Ну, мы оба сейчас стреляем. Не я. Или лазер. Пошли вова, у меня этот загорается. Реально? Да, у меня загорелся. Как вы попадаете оттуда, ава? Снайперкой не так трудно, но он улетел, он струсил. Ава! Еще попадают! Он струсил. Пошли вова. Топором дал, как кабана. Иди туда, урод. Ладно, стой. Нам надо ряда. А он улетел. Мы его уничтожим. Не, он здесь. У. Он здесь. Он меня сейчас хочет. Он хочет меня взорвать. Кажется, я... Рядом. Рядом. Ладно. Ой, я его ранил. Куда он убежал? Трус, я не вижу. Нет! О. А ты его убил? Ой, да. Ах ты, армяч. А у меня мотор загорелся. Он упнул, да. Ах ты, урод. Урод, украл. Украл килл. Он по закону мой, я не успел. Даже не пытайся приезжать к этому. Мой кабан. Даже не пытайтесь. Да и не надо, у меня 8 минут, блядь. Тварь, я не в тебя целюсь. Ни того, ни другого не вижу. Давайте сейф прячется, дала. Урод дала. Просто урод дала. Ой, это что было? Не этой штукой дала Эрмесси. Нормальный снайперку возьми, да. Вот, нормально останется. Просто стекло давало. Смотри, снова Ирия заходит туда за эту штуку, охотится давало. Надо у него это украсть? Ну, уже, типа, кто больше, ну, типа, за время, которое ты держишь, ты получишь бонус. Но я уже слишком долго держу. Он чисто захавал бонусы. Захавал бесплатные бонусы. О, ты как не это было в голову. Урод. Сколько ты получил? 11 тысяч. Ну ладно. В
Ай. Не умер. Зак, подожди. Тварь. Я успел. Ой, да. Успел. Смотри, да вот только так, да, может, а вот только у меня прицел, уф, у меня прицел еще и белый был, из-за того, что вы на солнце. Только вот занятых людей да, мочи дала. В спину, да, вот, чисто в спину, да, замочил меня. Теперь с горы меня замочат. Вроде, да. Вот это истребитель здесь лежит. А это не... Я не знаю, что мне с ним сделать. Ты на машине, что ли? Да, я на машине. Но я не переехал в себя, к сожалению. Какой-то бомжерской машине. Что, взорвёт до меня он сейчас. Это PUBG. Ой, да, сэр. А, ну я не дал тебе взорваться самому. Видишь, я тебя спас от унижения. Я тебя убил. Он не успевает меня. Да. О, ребят присоединился. Ну, ждем Ризу. Залдат еще. Я хочу, да. Залдат еще. Но они же рядом. Нет, ладно, я вижу ряд. Пошел нахуй. Мне опять, да, блядь. Кувырок и, блядь, ты в голову нахуй. Настолько? Да как, а ты в голову попадаешь? Там же пиксель просто бегает. Везет, иногда нет. Ой. Все нахуй, блядь. Ну все, началось. У меня пинг меньше. Ой, у меня FPS меньше 75, у меня теперь задержка. Кстати, ты машину ищешь? Я вижу тебя в своем прицеле. Вижу или нет? Я должен видеть. Я должен видеть. Я уже достаточно близко. Но я не вижу. А, это я не вижу тебя в своем прицеле. Я вижу. Уф! Я только сел. Какая офигенная дышка. Почти дала. Не, о, в спину будет тяжело, КФКС. О-о-о! Он совратительный, слышал. А, нет, все, мы им надо заканчивать. Мы не остановились. Я не остановлюсь, да. Это будет продолжаться бесконечно. Ладно. Но... Я не попал. Нет. А, это револьвер подвел меня. Я не хотел. Не... А, это ты! Я думал, ты сэр. Меня сбили. Я тебя не сбил, когда меня сбивали. Уродец. Ты с чего меня убил, урод? Револьвер. Но я просто два раза попал. На револьверах играем? Можно. Револьвер и тема. Револьвер — это дигл. Дигл — это тема. Но ряд пытается меня выцелить. Меня это распугает. Ой, да. Револьвер бери, урод. Не буду. Со снайперки стреляет там. Ферменсис. А, мне еще и сайф бил. Ладно. О, дикое расстояние, нереально. Это я случайно, я не то взял. Я случайно мини-ган. Не, он просто быстро бил. Урод ждал. Стоял, стоял. У меня револьвер не так много патронов. О, сразу в голову? Летел в голову. Тяжелый то, что ли, или какой? А обычный, который... Просто револьвер. Не золотой, нет, не золотой. Но золотой слабее просто еще. Да, золотого би раз меньше. Урон. Еще золотой перезаряжается. Это чарки это, а? Вы че делаете? Никогда в жизни не буду. А я упал? Ай, да. Или не упал? Не попал. По-моему, самое время мне приехать на своей новой точиле.
О май гад. Не попал? Ай-яй. Не было видно тегла. Не, ну че, ну я покупаю машину. Ваша. Новую тачку. Бенефактор Кригер. Ой, реально, все, я купил. Купил. Сука. А, ты не умер? Ты че не перепрыгнул? Он перепрыгнул? Да. А че он не умирает? Да иди отсюда. Ай, задави не может меня просто. Позорище. Я рядом переехал, выстрелил. Еще раз переехал, он не умирает. А вот ты умрешь или нет? Я тебе переехал, выстрелил, еще раз переехал. А, не то взял! А, это... Как ты не умер, я тебя записываю. Я в него выстрелил, я его переехал, я еще раз его переехал, и он не умер. Нет. Тебя положил, тебе повезло. Сай, вернись, зародец. Стой. Ай, блядь. Сейчас будет красиво. Ай, блядь. А, ты меня убил, ой. Я выстреливал уже. Ау! Ваш. Я уже убил. А вот уже, мам, тот уже. Тебе повезло, да. Хуя в машине досидит. Урод еще и не умирает. Да, иди отсюда. Урод. Тебя полицейские. Тебя полицейские убили? Да. Че так далеко спаунит? Ой, как далеко. Ой-ой-ой. О, да, че там. Игра боится за нас. За нас, урод, сюда иди. Что ты сказал? Да спорткар какой-то. Я тебя должен видеть уже. По моим подсчетам, мы должны видеть друг друга. Что за машина? Такие спорткары нельзя брать себе в машину чужие. Я вижу рядом. Какая хорошая машина, ее нельзя себе взять, сделать своей. Если она слишком дорогая, то нет. А как это проверить? Я рандомно выстрелил, брат. А как это проверить? Я все валяю, он был. Уебанище. Как это называется? Рандом. Нужно заехать в этот магазин. В Boston Customs. Там будет написано. Customs, я хочу доехать. Я вызываю свою тачку. Ребят, вот сейчас спокойно со своим поедем за машиной. Я тебя прошу. Customs? Да, Boston Customs. Стой, Степ, жди. Ниже никуда. Ты меня заржал. Бля, что вы делаете? Мы просто в сессии. Какой кастомс? Я не вижу, где он на карте. Жди. Заходи в сессию, мы просто. Я вас кормит? А, нет, все. Стой, жди, я к тебе подъеду. Я подъеду к ряду, нет, ладно. ЛС Лос Сантос Кастомс. Он. Не, нашел. Мы едем туда, все. Нет, заходи в сессию, если ты хочешь. Я тебя подбираю. Своей новой тачке. Парень с девушкой занимается сексом. 69, парень спрашивает. Мила, ты знаешь, какая у вас эта лифта башня? Нет, да? Стой. Мне кажется, мне эту машину не дадут, она слишком хорошая. Главное, конечно, но... 35 метров, сколько будет, типа, горячих тачек? Нет, да, 18 миллиардов. Дорога, ты у меня такой умный, сказал. Она дороже всех моих машин. Да нет, лучше тебя из жопы. Что за бизнес-класс? Что за бизнес-класс? Нет ведомости. А что за машина, Сяй? Он нашел просто дебил. А что за машина? Я сейчас какая-то. Я не знаю. Какое-то говно. Не, вот это ты говорил. А вот это как будто Бэтмобили. Да, похоже. Это Мерс типа, да, но как-то Кригер. Она только-только, она не противная. Только-только, тоже слушай. Я вижу прям по броне.
А, ну да. А, нет. Свет. Это машина слишком горяча, чтобы будет офицерить. А что за сачка? Сейчас будет, да, какая-то маленькая. Ой, о, блин, она что? У тебя тоже камера заспавнилась? А, ну да. Что у меня с FPS-ом ещё? Вы где сейчас? Вы где? Мы в сессии. А, всё. О, Лос-Анджелес Касник, смотри. Смотрите. Ой, да ладно. Который в центре? Волтик. Рокет, Волтик. Рокет. Ну не Рокет? Да, который в центре, да-да. На карте. Сколько стоит? Сколько стоит? Мало. Я сейчас посмотрю. Ну да, мало, это Волтик обычный. А где мне эти машины покупать? Где? Суперкар. В Венете просто? Да, в Венете. Но у меня денег нет, чтобы прокачать. На лох. А сколько стоит хорошая машина? Неплохая такая. Много. Много. Это сколько? Много это много. 3 ляма. Не знаю, я в Банши вложил вроде около... На Банши... Ну я только что купил. Не идет машина за 2 миллиона 800 тысяч. Не идет, слушай. Я только купил машину за 2 миллиона 800 тысяч. Купил? Да, а что супер, супер кат. Что, что это? Бенефактор Кригер, сейчас поеду увидишь. Я узнал. А где покупать суперкары? Нужно выбрать цвет. В каком отсеке именно? Бенис? Нет, зайди. Ну покажи ему, короче, скажи. Ряд, ты видишь, как я меняю цвет? На сайте. А? Ряд, ты видишь, как я меняю цвет? На сайте какой отдел? Какой цвет ей подойдет, думаешь? Кажется, черный будет. Тут разные же есть. Черный дезмон. Найди на премиум автомобиле, да, Исаия? Премиум. А вот такой цвет тоже. Legendary Lost Angeles Customs, да, это же неплохо. Ага, понял. Но Волтик не там, Волтик в Сан Андреас. Скорее всего, будет. Хотя, ну, поищи там тоже. А я хочу себе Элегию какую, Эльмана. Вот меньше был выбор между Элегией или вот этой точкой. А ты комету еще не видел, как ты изменил? Ой-ой-ой-ой. О, здесь нормальные машины начинаются с бешеных цен. Зеленый неплохо смотрится, кстати. Вот, на которых мы гоним. Они с 2,5 ляма начинаются. Яблочный хорошо смотрится. А пару раз Богдана сделал. Тысяч. На 500 смотри, тысяч, да? Хорошую машину купишь. А нет, ты пару раз Богдана сделал, все, ты любую точку можешь выиграть. Ну ладно, не попадай. На черный, мне кажется, нормально. Посмотри матовый. Не, матовый мне не нравится. В салоне будет золотой. Блять вы. Мы внутри сидим. Мы внутри качаем. Я качаю тачку. Чтобы у меня денег не будет, но мы внутри сидим. В Лос-Анджелес Кастомс, то есть ты нас не можешь видеть. Где мой гараж? Как посмотреть? Твой дом. Хорошо, где мы, да? Не знаю, где ты там, может, не дома? Нет, я нашел. А, нет, это... Да, спойлер, это интересно. Я, скорее всего, спойлер не буду менять. Но эти спойлеры хорошие. Вот это неплохой. Ну, это вот тоже, этот, да. Но, не, я лучше оставлю. А вот... А эти спойлеры без разницы, не? Или есть разница? Про аэродинамика Z? Я думаю, не, я думаю, это тоже. Ну, а, главное, что было. У нее нет прокачки... А она не занижается, моралы. Не, прокатка дешевая. А вот лимузин не надо делать, вообще нихуя не использовать. Да. Я не делал лимузин. А у нее есть раскраски. Ой, плохо. Ты вроде хотел в Германию, не? Вот это клевые раскраски. Да. Черные полоски, прикол. Белые полоски. Не, раскраска ничего. А флаг немецкий, не? А ну перед у неё красивый. А зачем не меня? Не, я не люблю такие вещи, не делай. Глушитель, а глушитель он на крыше. Прикол. Такой тоже есть на пфистове. Я тоже могу. Да, но мне кажется, сзади лучше. А сзади лучше, конечно. Просто хорошие возьми глушилки. Я не знаю даже, может оставить так. Не оставлю так. А мне не доставили машину еще. Ну все, она полностью прокачана. А колеса? Купил за 500 тысяч машину? Надо подождать. Ты купил за 500 тысяч машину? Ну да. Зачем? Волсик, реально? Ой, да. Псих. Ну хотя ладно. Не, не волсик.
Ну а что они делают? Ну, какую-то машину хотя бы пока что надо, да. Суперкар? Какой класс? Смысла нет, ты потратил все деньги на херовую машину, зачем? Не, ну мне кажется, типа, если человек хочет, человек это делает. Ну да, может быть, это не очень большой шум. А, подожди. Ира, ты включил фары? Нет. Че фары включить? На Е, наверное. Я ничего не делал. Вот до колеса подавать. Как я позвонить вам? Какую? Механик, механик. Но если ее не довезли, то жди. Ну что, вот эти нормальные. Ладно, сказал, они мешали проводить. Вот такие из этого. Че такое? Что я сделал? Почему мне пишут, что Зентона брутальный лидер гонок? Зентона уже не такой сильный, не? Раньше была. А сейчас что? Ну сейчас, вот этот Кригер, кстати говоря, очень хорошо машин. Ну то, что я взял. Специально для гонок? Да. Но я не из-за этого взял. Но я из-за этого смотрю. Может такой цвет? Вагнер. Что это такое? Вагнер. Болид, о котором мечтают все. Вот они цвет сложно подобрать. Цвет очень потом вейпит, готи. Emperor. Призма R нормально обычно? Да. Нет. Не знаю, Саша. Лысаев, ты ноунейм тачки. Нахер ты столько денег на ноунейм тачки тратишь? Самое главное, это посмотри, какую тачку можно модифицировать в БНС, купи ее, накопи денег и модифицируй для себя. Вот это да, вот этот цвет конкретно. Мне нравится. Еще колеса смотри. Ага. Тоже под цвет. Ой-ой-ой. Мне кажется, белый получился. Белый, смотрите, дефолтную машину чисто купит. Ледяной линии, посмотри. Как она называется? Белый очень красиво. Да. Туризма, Туризма R8, что-то такое. Ну, я белый, я сколько не смотрю. За 500к. Ровно 500? Нету здесь такого. Есть, есть. На каком ты сайте покупал? Elite, Legendary, что-то такое, не знаю, Luxury, что-то такое. А на Legendary ровно за 500 нет уже, о чем-то. Ну не ровно, можно, чуть больше, чуть меньше. Чуть больше, Туризма. Не меньше, чуть больше. Я сейчас свой закажу, покажу тебе, слушай. Ничего. Не, ты где? Ты где? Яу, сейчас еду. Я не нашел, кажется, твой туризм, тебя наебали. Механик. Что по кинотеатру? Что сделать? А, на цвете надо будет еще подумать. Что там место преступления? Что здесь происходит? Или это просто кинца? Красным цветом обозначено, это... Recover, Stop, Movie, Props. Где? Мы его сам сказали. Выходите, да? Сейчас за сейчас. Ты не зайдешь? Ай, блядь. Стой. Не-не-не, сейчас я заказал свой. Пусть поедет. Я выезжаю, смотри, я медленно выезжаю. Вот оно. Урод хочет подорвать меня, что ли? Это стрел. Как мне выйти? Чё это сзади? Чё за рожки? Алло, это что за подобие? Ну, рожки стрёмные, верят, да. Но смысл не в них, а потому что он просто хороший для гонок. Так, лос кастов задал, он сегодня смешно. Прикол. Алло, я. Прикол, Макларен. Это чё за тачка Риад? Типа Макларен. Риад классная тачка, Риаду мне уже... очень нравится форма. Но вместо рожков можно поставить эти, спойлер, или убрать их. Их можно убрать, но будет выглядеть нечего. А нет, это скучная машина, она не без души как. Я согласен, но просто в суперклассе у меня машины нет. Нужно иметь что-то в суперклассе. У тебя, а комета что, спорт? Да, да. А, ты не видел еще комету? Ты не видел еще комету. Моя банша высвечивается только в супер. Довольно странно, учитывая вроде она что, спорт. А, из-за того, что она прокачала, она прокачана. А Элегия тоже выходила в супер, скорее всего. Не, Элегия спорт классик. Короче, не помню, но типа из-за того, что она прокачана. У меня же комета тоже прокачана. А, хотя да ладно. Ну не, она в спорте.
Я вызываю комету. Далеко не отъезжай. Не, прикол идет. Тима Макларен. Красиво, а? Ну, насчет цвета кометы я еще не определился. Но сейчас посмотрим, что скажете вы. Комета изнутри, посмотри, у него какой цвет этот. Тоже я сделал прибывной панели розовой. А вот и комета. Можно я в комету сяду? Вроде. Не-не-не, меняй, чувак, меняй. Цвет не очень, но я изменил бампер, колеса. Не, мне все же нравится цвет. Но это лучше, чем предыдущий спойлер. Темно-зеленый лучше смотрелся. А вот о чем? Зеленый не идет, зеленый это Порш. Зеленый не идет Порш вообще нисколько. А мне еще и не зеленый был, не фиолетовый. Зеленый никак не идет. Типа вообще. Желтый ей пойдет, но нормальных желтых нету в игре. Ну я красотка. Колеса мне нравятся одновременно. Кладите груз, мы поехали. Нет, я не хотел покупать это. Ой, да. За это что-то купил? Я случайно купил клаксон за 20 тысяч. А у меня всего 40 тысяч. Молодец, Сайф. Молодец. Эй, ты куда? Я никуда. Ладно, да, мне нужен тут опыт. Какой опыт, ладно? Ты забрал себе брифкейс. Ой, да ладно. Ой, бля. Ой, да ладно. Ой, да. Бля, да ладно. Ну я знал, что там будет жопа, но не настолько же. У меня что-то... У меня что у меня с FPS? У меня 30 FPS. У меня резко FPS упал. Забивай, погнали. Ой, да ладно, это. Что это такое? Что за масло карт? А куда надо это отвезти? Алла, посмотри, в ночной клуб. Ну, то есть ты получишь с этого 10 тысяч, а я получу столько в ночном клубе. Помните это. Ну, возьми, да. Ты куда исчез? Алла, за тобой едут. Да, я знаю, я знаю. Имея ночной клуб, вот эти штуки очень-очень полезны. Типа, ты очень иди, сильно ты иди. Много денег получаешь с этого. А что в меня стреляют? Что я сделал? Ну, мы типа, тоже, да. Банда. Одна банда. У них неплохой султан. Да. Они все прокачаны султан. Ну вот я думал, элегию прокачать обратно. Султан купить. Заодно, типа, все же подумал, что в классе супер нужна машина. Султан у меня уже есть. Надо разные делать. У меня Макарон нормально. У тебя Султан есть. Я бы сделал совсем другой. А? Что-что? Я говорю, Макарон нормально для... Гонок, наверное. Я не шарю, я просто закурил давно этот триггер. Ну, у меня денег вообще хоть что-то, что ли, протянется. Возле. А ты что купил? Приезжай к нам, давай посмотрим. У меня 600 баксов. Это весь мой запас. Ты что купил, говорю? Красивая машина. Ну, а девчонка будет купил. За 500к. Подозреваю, что так. Ой! Есть. Так за 500к нет нормальных машин, типа. Куда едем? Сейчас увидишь мою, вот, скажешь. Подъезжай ко мне, подъезжай ко мне, я в центре, Сайп, подъезжай ко мне. Нет. Ты не дикси. Да отметь, куда едем. Найди меня на карте, подъезжай. Я у дома своего, сейчас я в гараж заеду побыстрее. Ага, вижу. Я отметил. О, поняли. Что, красная? Меня телепортнуло дико. Куда? Меня телепорт, тебя телепортит. Уйди, да, очень сильно. Очень сильный пинг. Где ты? Я, наверное,
Я покажу на видосе потом, что происходило. А это дебил Макларен, а, Тельман, стоп. Это мой Макларен, лом. Это дебил Макларен купил, ряд по этому самому тачку. Нормальный ряд, ну. Нет, я думал, что типа... Она же точно такая же, как у ряда, смысл покупать. Вот его, я вижу, сейчас посмотрю. Ну-ка, остановись. Алло. Алло, он дичь реальную купил. Что он купил? Он что-то типа суперкары купил вроде. Ну типа такой, да. Ламба такая есть. Езжайте к нам. Я бы не съеду. Езжай ко мне. А, это я бы убил до кого-то из вас. Я же не упал кого-то. Или слишком далеко. А. Или свежий пинг. Это твоя тачка? Ха-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 
знаешь, что он купил? Как? Ты покажешь свое тут. Нет! Тот же. Стер, что у тебя там? Твой. Ой, да. Ты заехал на мою бомбу, я не хотел тебя взрывать. Я рядом хотел взрывать. Хя, я тебе сделаю так, чтобы ты посмотрел, как она выглядит, когда убитая. Я свою тачку, знаешь, как убивал перед... Где он, мам? Я не видел, мне просто. Я далеко. Я не увидел, да. Псих. Не надо меня, не надо. Она бесплатная. Она бесплатная. Мост мьючел, и потом механик. Уродец. А как я сейчас установлю? Мост мьючел, позвони. Мост мьючел. Insurance, звони. Okay, I got stuff to do. Уродец, да, просто уродец, да. Опять он невидимый стал. Даун. Урод, да, да. Даун, пидарас. А я тебя убил, прости. Да-да-да, прости, прости. Я же не вижу, что передо мной, блядь, стоит Нейсай. Ты не поверишь, но я сейчас тебя убью. Ты не поверишь, но я сейчас тебя убью. Ну давай. Ну что, ты ничего не делай. Мне интересно, заработает или нет. По идее должно. Просто ничего не делай. Не говори, что прям мою вызову позвоню. Не-не-не-не. Он где? Ты что делаешь, Зэп? Выйди, выйди на дорогу. Я хочу проверить просто. Теорию свою. Давай. А, толкнешь другую машину, чтобы убил меня. Нет, встань на дорогу, встань, вот стой где стоишь. Стой, 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 стой где стоишь. Просто стой. Выйдешь из машины, когда ты будешь меня бить. Уй, да гений. Да. Вот ряд дебил, да, просто. Ряд тупой. Человек вот просто... Пусто дал в голове. Я твой день, господи. Султана не бери, я сейчас пришел расцветки султана посмотреть. Здесь, значит, моя машина далековато. Кринжовые спортивные, нормальные, только анимешные, которые у меня. Не, но расцветки я не беру. Я бы не взял расцветку, потому что... я не на кнопку нажимаю. Машина, окей. А вот убил бы, да, и сэрвы. Ряд, зачем ты это взял? Спокойно убил бы. Сосат. Это чья машина? Похоже на Ряда. До свидания. Как я не попал? Уродец дала. Просто уродец. Все, улетели. Трусы. Ох ты тварь! Ой, Сай, молодец. Чтоб тебя сдох, блядь, тварь. Спавнить, блядь, все.
достаточно большое. Что? Ограбили на 500 баксов, ты офигел? Он его убил. Подбери, подбери меня, подбери меня, урод. Подбери меня, Эльман. Ладно, поехали. Сейс. Оооо. Да, я... Лапа сидя. Лапа смотрел эту красоту. Знаешь? Султан? А как ты это заказал? Как вы это заказали? Это прикольно было. Смотри на диски. На диски посмотри. Да, не, ну типа, ты еще в костюме, тебе ночь сильно подходит. Кому позвонить? Ламару. Ну, а еще Султан же, еще и Дрейфка. Что? Кендрику. Кому едем? Ага, Кендрику. Эдмитсис. Ну ты же знаешь, дядь, что будет тебе записано. А я не могу, мне не хватает 50 вал. Мне нужно 50 вал. Ты же знаешь, что будет. О, офигеть, я не ожидал. Борзный какой. Я не видел, он подошел. Я вижу, не надо, умоляю. Ты же знаешь, куда мы едем. Умоляю, не надо. Нахрен, столько всех остановил. О, это было. Ну? А прошу, не надо. Нееет! Выпустите меня! Ой, наивный, я не знаю, что сейчас будет с его машиной. А вот какие-то тяжелые винтовки, что новое появилось. Алло, не трогай меня. Не трогай, прошу тебя. Не трогай. Он нырнул, ладно. Он тоже не трогай, пожалуйста. Не трогай. А, он начальник, ну чё? Начальник, не трогай меня. А, ты не умер? А, я не ту снайперку взял. Ай, да. Урод дала. Уродец дала. Длиннее, что ли? Не успел я. Ай, да. Как это, ну это было красиво хотя бы. Где это урод? Переверка, сейчас тебя взору. А, они реально убивают? А, уроды, езжайте на пляж. На парковочку. Твой, ты ж упал! Заспаунил далеко. Ого, нет, ого. Чего шо? Пожалуйста, не трогай меня, бутербагер. Я тебя прошу. Вот иди также на пирс, на лестницу. Как мне заказать самолет? Также спрыгни со мной водичку. И стой, поплывем. У дебила в кармане 600 баксов. Могу ли заказать самолет? Это было умно. Это было умно. Это было продумано наперед. Ой, да не 12 тысяч стоит, чтобы забрать. Прошу тебя, не взрывай меня. Я тебя прошу. Я об этом даже не узнаю. Ой, да почти попал. Попадает Алла, ну урода смотри, да. Уродец, да чисто. У меня нет такого, что снайперка, я бы тебя... Ты где Алла? Всё. Не трогай меня, урод. Я сажусь на баги и уезжаю. А, this match. Боюсь, у меня нет шансов. Я откажусь, я струсю. Я струсю с this match. Я предпочитаю методы подбери мужские. Подбери меня, хотя бы, урод, подбери меня. Хотя бы. Мужские методы. Так. Подбери меня, урод, ну и урод. Сейс. О, шлем. А... Чё? А, он одноместный? Ой, я хотел выстрелить в него. Честно, я не планировал это делать.
я это записывал, я не планировал. Он одно место, реально. Не-не-не-не. Пожалуйста. Ой, ты меня поймал. Урод. Я убегаю. Подберите меня, пожалуйста. Подожди, я должен увидеть, что я такое заказал. Я тебя прошу, Исаев, подбери меня. Исаев, пожалуйста. А, я не выйду сразу записать. Я смотрю на тебя, Исаев. Только лишь на тебя. Хорошо, сейчас подберу. Ты должен сказать, где ты находишься. Вот я. Подбирай. А, мне подбирать? А-а-а. Садись. Уроди, садись. Вот урод, да. Мне нужна помощь, Иса. Ой-ой-ой. Ай, да, какой косой дал. Я не понимаю расстояние в этой снайперской винтовке. Когда мне нужно уже выезжать. Ва. Прекрасно. Эльман, где мне с тобой заехать? Давай, я решил заехать. Смотри на карту. Ты найдешь меня. Я не вижу. Я не вижу вас на карте. Пирс, пирс, около моря. Я все еще стримил. Ой, да, что сказал? Что это, чувак? Ага, я вижу. Сэф, срочно нужна твоя помощь, очень срочно. Все, прошу прощения. Сэф, быстрее. Еду, еду. Сэф, за мной вертолеты, за мной не еду, едят. Еду, сейчас, еду. Сейчас, еду. Сейчас, еду. Сейчас, еду. Я буду бегать зигзагом. Алло, я тоже еду, где? Я вас прошу приезжать. Ну все. Только не толкай меня, ряд. Я хочу я приехать. Я бегаю зигзагом. У меня нет другого выбора. Ой, нет, ну нет, да я хочу приехать сильно. А он поливает меня. Он сейчас вместе, да. Отмойся от пыли, отмойся от пыли. Поехали, ряд. Поехали, ряд, не надо убивать. Отмойся от пыли, давай. Он отменил. А, не-не. Просто мега мозг. Едем, едем, ребят, едем, едем. Просто мега мозг. У тебя пассажир, а? Да. Бесплатная мойка, бесплатная мойка. Чищу пыль, блять. Ура. Поехали, поехали, Кальман. Стой. Правила дорожного движения не слышал, урод? Пожалуйста. А что он делает? Пожалуйста. Он меня убивает. Не надо, я не могу проехать так. Я не могу так проехать себе. Как ты не можешь? Мне очень не страшно. Не знаю, как связь здесь горит, поэтому. Что, меня убили. Ты толкаешь мою машину, лол. Весь мир против меня. Эльман, мы едем к тому месту, которое ты там назвал, Пирс. Давай доедь до хья. На чём вы едете? Не ехать, ради. Они ездят на колмаги сейва, поэтому не так долго. Ну, едем. Красный свет здесь, надо снять. Какой красный, лол. Я возвращаюсь. Попал где? О, гений, ряд, гений. В этом мире, ну что ж. Бери еще слева, Стопа. Боюсь, мне придется принять ваше предложение. Ну? Или он не поедет, или что? Толкни меня сзади. Уродец, ты где? Сзади меня толкаешь, вот, я сзади. Уродец, ты бежал. Моего предложения. А, ты тоже на машине? Ты урод. Найс, я говорю, ребят, найс. Уродцы, где встречаемся? А это ты не водишь. А, ты даун, бля. Да. Я думал, ты отвозишь. Не банши тема, даже в стоке. Еще потолкай. Не нравится. О, все, о, найс. Короче, когда, каждый раз, когда будет такой свет, будет сталкивать. А че крыша не поднимается? На какую кнопку я зову? На G. Не работает. Толкай, ряд, толкай, здесь красный. На какую кнопку крыша поднимается? Еще чуть-чуть. Банши, а, не, все нормально. Не, нельзя. Точно? Ага. Ну что ж, мы едем за вами, если вы не едете за нами.
Блин. Стой, 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 ряд. Они едут уже, не надо заходить. Наверное, не надо. Вот урод. Подрезал меня. Вы бы знали, что это я сделал. Не знаю, что это я сделал. Ой, но поторопил. Приготовлен сюрприз. Уй, да. Хья сел в такси и едет. Дебил. Что в смысле, подожди? Он в такси сел, да? Вот, он в такси, он его отвозит. Я вышел из такси. Я ничего не понял. Садитесь, подвезу. А урод, да, все, да. Он стал психопатом, увидите это. А у нас куда все си? 16 лов. Уродцы дало, просто уродцы. Я тебе машину закинул, отойди. Я. Пытаюсь убить таксиста. Не. Безуспешен. Ты дурака, ладно, такси. Ты стрелял в тебя? Уй, да. Я шутал. Такси заказал. Уй, да, я ринкал. Ты откуда попал? Ой, да, со снайперки, а издалека. Я в шоке. Не надо! Ну все, я записал, я пал в стол. Я спрыгиваю, ряд. Я свой хочу совершить самоубийство, ты меня остановишь? Прыгай сам, блядь, даун. Хорошо. А мне пишет, что у меня нет денег, чтобы заплатить за такси. Ну что с тобой будет? Звезды? А, поэтому за нами звезды. Уродец, прыгай. Совершай самоубийство. Я, да, совершу. А, нет, я не совершил, я прилег там. Уродец, да, ладно. Меня где заспаунил, я даже не знаю. Я опять на шоссе. Вы во что сейчас играете? Что? Мы в онлайне просто фигни стадо. Ну, пойдай. Максимально фигни стадаем в онлайне. Эй! Я залагал. Ах, что меня... Что меня... Я тебя убил, я застелил. Ой, монстр меня убил. Я застелил, сэр. Там передо мной, да. Да, я застелил. Кто этот на такси? Какой урод меня хотел сбить? Ха, я вижу тут чью-то тачку. О, мне пришел текст. Ты связался с... Чья это была тачка? ...с людьми. Тебе жопа, чувак. Чья эта тачка была? Какая тачка? Не моя же? А кто это потратил этот спаун? Моя. Ой, я упал. Моя машина. Я принимаю место таксиста. А где можно, где площадка с вертолетами, чтобы я на своем улетел? Я принимаю роль таксиста. Все, теперь я. Ты ответишь за такси. Таксист в этом городе. Я только один таксист. Не, пацаны, все, вы должны сесть ко мне в такси. Не к нему в такси, ко мне в такси. Вы же понимаете. Чё отбиваешь клиентуру, урод? Вы должны сесть именно в моё такси. Клиент номер один. Кто меня стреляет? Военная база, где примерно? Садись в моё такси. Уй, да это прикольная машина, это BMW. Я застрял. Я не могу... Я не могу сесть в машину. А что? А, ты мне? Что? Я не убивал тебя? В смысле, угораешь? Что произошло? Какой-то дикий пинг. А еще мужик едет. Может его убить? Ладно. Что происходит, Алла? Что за наркомания? Я еду ко. На своем Макларене. А. Садись, Серма. Танк можно украсть? Я уже. Подожди, подожди, ну стой. А, Рода, танк можно украсть? Танк. Да. Что происходит? Ты у меня на месте стоишь. Что происходит? Я умер. На ком столько звезд стало? У меня сильно лагает, ты у меня на месте стоял. У меня очень сильно лагает почему-то.
Опа, ребят, здорово. У меня конкретно очень сильно лагает. Догоню тебя? Нее. Ну, учитывая, что у меня лагает, может быть, догонишь. А, Рзав в сессии, уй, да ладно. Рзав в сессии. Я проводил военный базе возродился, и они мне не могут за эту машину. О, прикол. А какой ивент старт? А меня какой-то кидает в военную базу. Ой, да я, ты что творишь? Когда на все скорости пытаюсь тебя догнать. Да, а ты зачем? Кого ты взрываешь, урод? Я не взрываю! Никого я не взрывал! Жопа. Хуя, я никого не взывал. Да. Что за лаги, что с пингом?